Представляю вашему вниманию Smite Tactics. Это новая пошаговая тактическая стратегия, разрабатываемая компанией Hi-Rez Studios. События в ней будут развиваться в той же вселенной, что и в популярной моба-игре Smite, так что игроки увидят много знакомых лиц. Вам предстоит собрать специальные карты, при помощи которых создается армия героев, различающихся между собой уникальными способностями. В игре присутствует режим приключения, представляющий собой сражение против ботов, а также режим один на один, где игроки смогут сражаться друг с другом. Игрок предстает в роли бога, который собирает отряды и выстраивает их на поле боя. У каждого отряда будут свои характеристики, а также уникальные способности. Проект разрабатывается на движке Unreal Engine 4 с нуля, а управление будет доступно с помощью мыши, клавиатуры или геймпада. Бета-тестирование Smite Tactics планируется к запуску до конца года, так что во всех желающих достаточно времени, чтобы зарегистрироваться для участия на официальном сайте.